Всем привет! Давайте посмотрим, чего ждать. Просто чего ждать? Что скоро случится? Чего ждать? Чего ожидать? Давайте посмотрим. Здесь откроется какая-то тайна, снимутся розовые очки. Смотрите, после того, что вы узнаете, вы прям знаете, у вас как будто бы появятся крылья. То есть вы в чем-то оправдаете свою правоту. Резко изменится мнение людей о вас. Смотрите, здесь услышите то, что ваш враг вас поддержал, что какой-то враг вас поддержал, что враг поменял направление, враг поменял какие-то мысли плохие. В хорошую сторону. Здесь идет объединение. Кстати, у кого-то идет новая любовь, новое знакомство. То есть у кого-то новая работа, кто-то переходит на новую работу, то есть будет работать, да? Кто-то уже отпустил прошлое, живет настоящим, но не тут-то было, на пороге бывший мужчина. Вот, со скандалом идет к вам на порог, со скандалом идет бывший мужчина на порог. Получил бумеранг, не ожидал, что без вас не сможет. Человек из прошлого на пороге. Это мужчина на пороге. Бывший мужчина. Бывший мужчина на пороге. С предложением о том, чтобы с вами сойтись. Смотрите далее, кто-то с вами следит.